большой зайчик. Ребята, всем привет! Сегодня покажу охоту на вальшемпа. Вот посмотрите, позади меня такие вот полянки, перелески вот такие вот, и здесь тяга вальшнепа. Пришел где-то с полчаса назад, полчаса постоял, первый вылетел, вот одного уже взял, красавца. Посмотрите, одним выстрелом. Ну посмотрим, сегодня холодно, так в районе нуля уже, под ногами вон, смотрите, уже начинает хрустеть местами. То есть в районе где-то, может, 1 градуса, холодновато. В общем, тянут плохо, обычно уже вовсю летали. Вот тут вот один пролетел в одну сторону. А на обратный путь я уже его подстрелил. Ну, в общем, если летать будут, сейчас засниму вам видео, как я стреляю вальшнепов. Очень вкусная дичь. Ладно, пока поставим его. Ну, вообще еще. Живой, зараза! Эй, не улети хоть. Да, жалко, что ты живой. Я думал, ты мертвый. В общем, ладно, постоим, понаблюдаем. Ну что, друзья, охота уже удалась. Пришел сюда на поле, заяц здесь сидел, интересно, понаблюдал за зайцем, травку щипал, потом убежал от меня в кусты, вон в тот островок. Я тут еще походил, стою на поле в середине, он на меня вышел, метров 15, наверное, выскочил на меня. Так интересно понаблюдать было. Пробежал мимо, в общем, не торопясь. Еще где-то с полчаса постоял, вальшнеп пролетел, и уже на обратный путь, когда летел, я его взял. Второй сейчас вот. Буквально минут 5 назад в ту сторону пролетел вдоль поля. Интересно, полетит обратно или круга нарежет и снова так же полетит. Ну, сегодня что-то неплохо летают, уже 10 час вечера. Обычно лучше. Ну, подмораживает, конечно. Уже идешь, в некоторых местах хрустит. Где-то в районе 0 градусов, наверное, плюс 1, наверное, вот так. Ну, подождем, если что будет, засниму сначала его вальшнепа, а потом выстрел. Если повезет. Ну, в принципе, у меня уже один есть, мне уже достаточно. Охота удалась. Один патрон, один вальшнеп. Обычно бывает наоборот. По летящей цели нужна сноровка, чтобы стрелять. Так что подождем. Вот, ребята, летит. Ага, пролетел. Ну что, будем ждать этого клиента. Может, круг нарежет. Может, это этот же самый. Ладно, подождем этого клиента здесь. Блин, ребята, пролетел не там. Пролетел немножко в стороне. Сейчас, папа, может, оттуда полетит.
Ну да, плоховато летают. Холодновато, видимо. Сегодня вообще денек был такой. Снег шел стеной. Потом подрастаял. Ну, то солнце выглянет, то снег пойдет. И вот так раз 10, наверное, менялось за целый день. Потом к вечеру уже так ветер успокоился. И холодновато, конечно, да, плохо летают. Так, ребята, где-то летит. Ну что, друзья, минут 20, наверное, я простоял, уже начинает темнеть. Плохо сегодня летают. Видимо, погода не соответствует все-таки. Наверное, пора собираться. К сожалению, не получилось на камеру заснять выстрел. Поэтому в следующий раз. Ладно, пойдем домой. К сожалению, не получается на камеру заснять выстрел. Не хотят сегодня летать. Обычно летают лучше, конечно. Тут вообще получается, наверное, штуки 3 я все видел. Или 4. 3, наверное. Нет. А может и 4. Один пролетел, одного я стрельнул, одного заснял и один вдалеке пролетел. Ну хотя, может быть, это один и тот же летает. Ну все, друзья, всем пока.